Коллеги, доброе утро, которые подключились из Москвы, и добрый день и даже добрый вечер для тех, которые из Дальнего Востока и других регионов. Меня зовут Рэдди, я являюсь директором по развитию бизнеса «Цепочка Адаран». Сегодня у нас получается третий серия вебинаров. Вот меня специально коллеги Фанасен попросили разбить цепочку Адара на три частей. Первый у нас были по поводу Premium All Inclusive среднего сегмента Select класса. Неделю назад у нас была Адаран для романтического парного отдыха Premium класса Prestige. И сегодня мы будем именно рассказывать вам о Адаране доступны. Ну, я могу даже лозунг сказать, да, в том, что Мальдивы по цене Турции. Это очень актуально, я вам это докажу, покажу, да, поэтому в данный момент на чате у вас есть Google Drive, вот попробуйте, в этой ссылке вы можете зайти, там на каждом отеле Адарана я открыл отдельную папку и вложил вся информация, которая требуется для агентов, для работы, да, соответственно. Когда турист придет, вы откроете папку, там вы находитесь и презентации, видео, 3D, да, дальше, до того, что даже стоп-селлер, который, да, каждый день, каждый там 2-3 дня я обновляю. Эта информация будет вам очень интересна, доступна. Когда вас туристы спрашивают по поводу спа-меню, ну, какие-то дополнительные экскурсии, сколько это стоит и так далее. Вся информация у вас там будет. Да, пожалуйста. Давайте тогда уже начнем подробность. Я всегда начинаю презентации наших отелей с небольшой, краткой исторической. Да, в первую очередь. Адаран – это цепочка отелей, которая базируется на Мальдивах, входит в цепочке Aitken Spence Hotels группа, который, в свою очередь, входит в большое открытое акционерное общество, это группа компаний Aitken Spence, который базируется на Шри-Ланке, в Коломбо. Вот, Aitken и Spence – это два шотландца, которые открыли эту компанию, они основали эту компанию 1864 года, за нами более 160 лет. Это очень много всего говорит. Компания занимается очень много разновидной деятельности. У нас есть, владеем чайными плантациями, у нас типа электростанции, находим двигатели, обслуживаем порты, строительную компанию. Да, достаточно разнообразные, много сфер деятельности компании занимается, поэтому очень солидные и очень устойчивые, которые очень немаловажно, особенно в этих несложных периодах. Да? 40% занимает именно гостеприимство. Мы владеем 20 отелей, извините. Из них 10 базируются на Шри-Ланке. Наверное, те, которые продают Шри-Ланке, нас продают, они очень популярны. 5 отелей на Мальдивах. 4 в Омане, 1 в Индии. Так как сегодня мы именно собрались по Адаранам, и, соответственно, будем останавливаться в Адаранах. И я вам по ходу вебинара покажу, насколько они доступны и интересны. И вы можете, ну, ваших туристов, да, когда выбираете Мальдивы, именно дать вам им возможности доступны Мальдивы через Адараны. Вот. Ну, до того, как я объясню по поводу брендов, да, я хочу показать вот этот скриншот, да, это буквально вчера я взял из сайта Фанэнсан, подбирал, смотрите, я подборку тура, да, поиск туров, ходил туда, посмотрел, ну, там, июля месяца на 10 ночей, 4 звезды, все включено. Посмотрите, вот то, что, которое я получил, да, из них, вот как вы видите, сразу, вот третье место, это Адаран Селек Худрен Фуши. Но у нас получается, вот по питанию, как видите, да, это премиум all inclusive, это нестандартный. Поэтому посмотрите, да, третье место. Дальше, пятое место у нас получается уже, смотрите, Club Ranali, это у нас шестое место, да. Вот, это стандартный все включено. Поэтому
Мы, обслуживая премиум сегменты, вот попадаем на первую десятку, иногда первую пятерку. Поэтому имейте в виду, да? Вот. Самое главное – это соотношение цена-качество. Обратно прохожу на этот слайдах. Как я рассказывал, да, вот Select Adara, Select Udara Fushi и Miduparu – это 4 звезды, которые на премиум All-Inclusive обслуживаются. Club Ranali – 4, стандарт. На стандарты все включено. Престиж в аду – это 5, да? Сегодня мы будем вам, ну, вначале меня было только о Club Ranali, все-таки после того, как я видел цену, то, что мы даем специальные предложения, и Udara Fushi даже дешевле продается июля-августа месяца, чем Club Ranali, хочу трогать Udara Fushi тоже, потому что я вижу то, что несет, да, всегда меня послышали. Это будет коротко и быстро. Смотрите, вот если по поводу открытия. Club Ranali открылись 1996 года и сделали полноценные реновации 2016 года. Udara Fushi 2006 года. Сами понимаете, это именно тот время, когда бум на Мальдивах прошли, и у нас были возможности в то время выбрать отели очень хорошими параметрами. Club Ranali, хотя недорогая четверка, вот, здесь вы можете посмотреть, да, то, что прекраснейшие лагуны для купания, пляж очень хороший, ну, никакой в это время суток, да, у нас ну, там, сезонности, да, когда высокие волны и так далее, у нас не исчезает. Дальше, прекраснейшие домашние рифы, чем правится, да, Club Ranali. Поэтому я вам еще говорю, то, что в последнее время стало тренды больше и больше туристы едут на локальных островов, да, гестхаусов. Да, понятно, если на завтрак, там будет дешевле. Но если вы хотите именно познавать, познакомиться реальные Мальдивы островного формата, да, и обслуживанием хорошими, все включено, хорошими домашними рифами и так далее, пожалуйста, вот Club Ranali и Udara Fushi, вот это вам, да, получается у вас прекраснейшие варианты. Вот. Ну, давайте тогда уже вот переходим к каждому, да, отдельно вот это я вам показал. Поэтому вот имейте в виду то, что в этом году назимка Турции достаточно дорогая, вы можете сравнить для себя и попробовать, там, например, июля-августа месяца, мы хороший отпор даем, ну, зато это не Турция, это Мальдивы, 9 часов летят, да, не 5 часов. И в то же время, как вы видите, то, что Мальдивы – это экзотика, да. Вот, ну, давайте начнем тогда уже Adara Select Udara Fushi. Достаточно хороший, интересный остров, получается у нас километров в длину и 600 метров в ширину. Самое главное, вот если вы видите, да, вот это волнистое, да, вот одну сторону, как лохи зона. Один из самых вот этой части, да, лохи зона, самый лучший остров на Мальдивах, если вы хотите, например, заниматься серфингом, да, ну, это только одну долю. Если вы видите, там, например, другую часть, здесь гораздо проще, очень хорошая пляжные вот, берега, у нас более 200 номеров, из них порядка 50% это бич вилла и выше, ну вот спокойно вы можете организовать для, скажем, хорошей пляжного отдыха, да, для тех, которые хотят, и тоже к вам активный серфингом, да, заниматься. Открою сейчас я немножко вот видео одно покажу, потому что видео всегда очень много всего говорит, чем так, фотографии. Мангара спа. Здравствуйте. Получается, это Adara короткое видео, очень много других видео вы можете посмотреть на вот, ссылку,
Вот для тех, которые немножко поздно присоединились, пожалуйста, да, на чате, вот я Google Drive вам давал ссылку, там достаточно много информации, да, и так далее. Вот, смотрите, находится на Северном Малеатоле, 18 километров, поэтому трансфер организуем на скоростном катере. Это очень важно. Почему? Потому что ну, сейчас Мальдивы стали круглым годом, летом тоже очень хорошо продается, но все-таки летом, ну, иногда может быть дождей, там высокой волны и так далее, да. Вот, когда вы берете отели с гидросамолетом или внутренним рейсами, день прилета, день там вылета могут быть достаточно сложные, да, долгое ожидание, могут что-то там, вот этот внутренний рейс или там гидросамолет из-за непогоды аннулироваться и так далее. Вот, ну то, что в скоростном катере гораздо спокойнее, здесь не беда, 24 часа у вас трансфер организуется, вот вы прилетели, в течение 2 часа вы уже находитесь на райском острове Адерн, Селект, Худерн, Фуши, да. Вот, даже когда, если у вас получается поздний вылет, да, день вылета, вы можете весь день проводить, да, сдать ваш номер 12 часов, ну, и очень часто, если хотите, можете докупать, да, до 5-6 часов, да, и дальше уже, ну, 2 часа до вылета вам организуют трансфер. Вот в этом плане очень удобно. Кроме этого, сами понимаете, ну, трансферы на скоростном катере всегда дешевле стоят, чем гидросамолеты на порядок, и поэтому ваш пакет будет очень удобно. Да, вот поэтому с детьми Адарен Селект Худерн Фуши очень популярный, да, среди туристов, которые именно семейные, которые хотят отдыхать вот, на Мальдивах. Вот эту карту, как видели, вот эта зона, логи зона, в основном находится Гарден Виллас здесь. Пожалуйста, не бронируйте Гарден Виллас для ваших туристов. Гарден Виллас именно для серферов, потому что они в основном... сам номер, да, не очень важно, им важно, чтобы были хорошие высокие волны. Ну, как понимаете, серфинг – это сезонный спорт, да, апреля по октябрь – самое хорошее время. Вот эта часть все-таки выбираете для ваших гостей, которые приезжают в Beach Villa, и вот эта часть в Ocean Villas для тех туристов, которые хотят на, ну, там, романтический отдых и так далее, да. Вот, как вы видите, очень риф прекрасный, ну, 4,5, я сказал, с 3,5, вот, домашний, вам никуда не надо ехать. Берите оборудование из центра водного спорта и, соответственно, можете наряд, да? Вот здесь у нас центр для дайвинга. Что у нас? Один из не так много островов, у кого даже есть футбольное поле в центре острова. Поэтому, если у вас есть небольшие, например, группы, да, инцентив или йога-группы и так далее, ну вот, мы можем очень много всего сделать, достаточно зеленая территория. По поводу номерного фонда, как я сказал, то в 2006 году открылись отели, и в 2019 году сделали, ну, реновация, ну, 80%, я скажу, да. Единственное, которое они успели реновировать, это первые два базовые категории, это Garden Villas и Beach Villa. Garden Villas, опять я рассказываю, просто это для серферов, поэтому лучше не бронируйте, начинайте бронировать от Beach Villa. Но то, что выше Beach Villa, это вот, например, Deluxe Beach Villa выше, да, они все реновировались в 2019 году, все рестораны, все инфраструктура отеля реновировались в 2019 году и перешли на так называемый Premium All Inclusive. Поэтому, если вы в отзыве читаете, который раньше, чем в ноябре 2019 году, ну, пожалуйста, можете его мусор выкидывать, потому что реальность ничего не имеет. Сейчас обновленные отели. Но если кому-то очень важно, да, принципиально, вот это, например, Beach Villa, у нас очень много сил отдыхает на Beach Villa, они довольны, прекрасно, проблемы здесь не ощущают, да. Но иногда бывает туристам кому-то очень принципиальная реновация. Вот тогда, пожалуйста, берите Deluxe Beach Villa, вот вы здесь видите, да, прекрасный, ну, там, такой световая гамма, обновленный. Вот, если кому-то принципиально, пожалуйста, бронируйте Deluxe Beach Villa. Смотрите, по поводу размера комнаты, примерно 50 квадратных метров, мы размещаем всех адаранах, у нас стандарт размещения. 3 взрослых или 2 взрослых, 2 детей. Да? У нас летом, это мая по октябрю, 2 детей отдыхают бесплатно родителям. Это очень важный момент, да? И поэтому мы так вот family friendly. Что еще... Единственное, обращайте ваше внимание, то, что можно ставить только одну дополнительную кровать. Поэтому второй ребенок, ну, так как вот нет дополнительного места с родителями, да, вот, вот кровати пользоваться здесь, ну, очень как к этому подходить очень внимательно, чтобы второй ребенок был там, на 6 лет, да, вот этот момент очень важный.
Дальше. У нас имеется более 20 family beach villa. Вот как видите, да? Вот. Они очень хорошо можем размещать здесь до 6 взрослых, да, или там, вот, например, 4, ну, там, 2 взрослых и 2 детей, или там, например, да, 4 взрослых и их 2 детей, да. Вот. Это внутри главный номер. Тоже можно здесь одну дополнительную кровать ставить. И между комнатной дверью можно еще одну дополнительную кровать ставить. Здесь очень хорошо размещается именно вот большие семьи. И это двумя спальными виллы очень популярны. У нас раньше было только 6, мы сейчас добавляли порядка 18, поэтому у нас их 25. Спокойно можете, например, бронировать. И очень рекомендую для больших семей. Это у нас водных вилла. Ну, как я вам рассказывал, все, вся надводная вилла на Даранах, они обслуживаются как престиж класса. Но сегодня все-таки мы о бюджетных Мальдивах говорим, поэтому я быстро переключаю. Смотрите, у нас получается здесь по поводу обслуживания. Premium All Inclusive. Это кардинально изменяется, отличается от того, что которые раньше были до 2019 года. Именно буду рассказывать, что себе представляет. Имеется 4 ресторана. Главный ресторан открыт на завтрак, обед и ужин. Индийский павильон, это индийский ресторан, открыт на обед и ужин. Logis Waves открыт опять, да, смотрите, завтраки, обеды и ужины. И Beach Grill открыт на обеды и ужины. Смотрите, все 4 ресторана вы можете использоваться по программе Dine Around без ограничения, никакие предварительные записи не нужно. Это дает очень большую свободу, да, и отличается по формату питания от других. Да, это разнообразное питание. Вы можете, например, в один ресторан есть суп, и второй ресторан, я не знаю, что горячее, да, и уже третий дезерт, если вам так понравится. Дальше имеется еще 5-й ресторан, очень популярный, называется Sunset ресторан, который преимущественно предназначен для гостей, которые бронировали у нас Ocean Villas. Но если, например, туристов, да, которые бронировали пляжных вилла, имеют возможности по предварительной записи один раз в неделю попасть и поужинать или пообедать в этом ресторане. Да, вот. Ну, если ребята бронировали, например, Ocean Villas, то они могут трехразовое питание здесь питаться без ограничения. Это такое преимущество, да, для гостей, которые бронировали Ocean Villas. Имеются 2 бары. Это Hira Bar и Tiki Bar на острове. И какие же напиток предоставляется здесь? В первую очередь, если мы посмотрим, например, виски, это 12-летний выдержанный виски, да, Single Malt Glenfiddich, 20 разновидные вины. Если посмотрите бренды, это VSOP, RAM и так далее, да, все премиум уровни алкоголя предоставляются в барах, ресторанах без дополнительной платы. Ну, это, считайте, то, что турецкий формат Ultra All Inclusive, да. Имеется, вот, например, очень много коктейли-мактейли. Хотя Адаран является 4-й, у нас, получается, даем сезонные свежевыжатые соки бесплатно. Тоже немаловажно. Не всех мальдивских вот, отелей, да, предоставляет бесплатно свежевыжатые соки. Дальше. Мини-бары содержат алкогольные и неалкогольные, шоколады и так далее. Это входит в стоимости. И так же, как видите, пополняется ежедневно. Это тоже немаловажно, когда вы отдыхаете с детьми, то, что следующий каждый день у вас полноценный вот мини-бар, который входит в стоимость. Вот гости мы встречаем, да, каждый, когда по день прилета, фруктовую корзину, мы вот убираем номер 2 раза, это днем и вечером подготовлен к сну. Чай-кофе машина есть везде, Wi-Fi везде и детская Kids Club, да, это Coco Kids Club, да, соответственно. Что у нас еще? Это еще не все. Для тех гостей, которые бронировали 6 ночей и более, предоставляем 2 очень популярные морские экскурсии бесплатно. Это именно круизы «Время заката солнца» и круизы для поиска дельфинов. Ну, у вас средние брони на Мальдивах из России более 7 дней, поэтому я думаю, что здесь все получают эту возможность, да. Дальше. Все оборудование, которое нужно для снорклинга, предоставляем бесплатно. Вы можете взять и центр водного спорта. У нас очень часто организуем, например, бич-парти, да, вот вы получаете приглашение. Дальше есть кулинарные демонстрации, да, и коктейли-демонстрации. Один раз в неделю, пожалуйста, вы можете вот участвовать.
Все не моторные водные спорты, это байдарка, катамараны, тоже вам предоставляются бесплатно, платно только моторные, да, скутеры и так далее. Кроме этого, если вы там любитель играть большой теннис, то проблемы тоже здесь нету. Вы можете взять все оборудование, которое нужно из центра спорта, можете играть. Поэтому смотрите, это очень важный момент, который вы должны зафиксировать, когда подбираете именно отели для ваших туристов. Вот. Ну, бывает, стандарты все включено и премиум все включено. Когда премиум все включено, вам никакие дополнительные затраты не нужно, кроме спа, спа-шедюры и какие-то дайв пакеты. Да? Остальных инфраструктур отеля вы можете без дополнительной платы воспользоваться. Это дает вам большая свобода. Да? Вот вам не надо думать, ой, здесь сколько это стоит, могу ли я позволять и так далее. Да? Поэтому, пожалуйста, в этом плане очень сильно Адаран отличается, ну, хотя мы попадаем в первых там 50, первые 5, да, недорогих, да, соответственно, первую десятку, вот имейте в виду, когда вы именно выбираете отели для ваших гостей. Дальше, смотрите, для тех туристов, которые интересны, то у нас, так как один из лучших серф-пойнт, работает серф-школа, то, соответственно, они тоже могут там инструкторами там часовой пакет или там 3 часа на 3 дня и так далее могут взять. Отель достаточно активный, да, вот интересный. Большой, вот ресурс большой, там, ну, как рассказывал, 1 километр в длину. И здесь можно предлагать для туристов, которые активно хотят отдыхать, да, именно, потому что есть такой, ну, там, понятие, да, очень много какие-то мифы, то, что Адараны – это там для скучно, там ничего сделать, это только романтически и так далее. Нет, у нас, например, да, это мифы в нашем варианте не работают. Почему? Потому что у нас вечером у нас есть диско, есть караоке, да, для тех туристов, которые хотят, ну, достаточно активного образа вечером проводить и так далее, у них такой возможности есть в Худранфуши. Вот, это то, которое я говорил по поводу Худранфуши. Следующий именно по теме, которая наша сегодняшнего дня, это Адаран Клабранале. Смотрите, вот как, да, опять, когда вы подбираете, вот первый идет, первая тройка или там первая пятерка, да. 400 метров длина и 300 метров ширина, самое главное, если вы хотите знакомиться с Мальдивами и у вас бюджет ограниченный, вот Клабранале прекраснейший выбор, я вам скажу почему, потому что раньше у нас были туристы, вот, которые отдыхали в начале Клабранале, потом что-то они хотели еще чуть-чуть себя вот удешевить, и они там взяли какие-то локальные острова, да, местные, ну, которые на завтраке, понятно, когда на завтраке гестхаус, это будет дешевле, чем Клабранале. Но когда они там посмотрели их затраты за неделю, 10 дней, которые они платили за питание, или, например, какие-нибудь там так называемые круизы, которые они ездили, чтобы выпивка, да, так называемые, вот, и когда они хотели экскурсии на снорклингах, потому что, понятно, локального острова нету, домашнего рифа, потом пришли к тому выводу, то, что дешевле, удобнее и выгоднее отдыхать в Клабранале. Вот, поэтому имейте в виду, это тоже немало важно. Вот, сам отель, сейчас давайте тогда вот видео посмотрим, вот, чтобы вам тоже не было. Это Адаран Клабранале, четверка, все включено. Здесь самое главное, на южном Мале-Атолле, ну, вокруг острова и другие далеко рядом не видно, поэтому удаленно чувствуется. И самое главное, это прекраснейшие лагуны для купания. Это наши water bungalows. Давать 5 на 5. Прекрасно еще. Это как на мини-пару, да?
Поэтому для тех туристов, которые хотят именно настоящий Мальдивы почувствовать и недорого, пожалуйста, выбирайте Кабранали. И здесь у них будет хороший риф, прекраснейший пляж. И самое главное, очень хвалит питание. Пакеты, все, даже свадебные пакеты из Дубровского и так далее, вы можете найти из Гугла, который вложил ссылками, можете посмотреть в чат. Вот, это фильм из крупного формата, очень много активного. Много спорта. Адрам Клабранали, четверка. Уже переходим к презентацию. И смотрите, находится на южном Али-Атолле, да, буквально 300 километров от аэропорта, 45 минут занимает скоростном катере, поэтому все преимущества, которые имеет остров, который находится на северных и южных Малях, ближе от аэропорта, да, имеет это именно, быстро добираетесь до отеля, у вас день вылета, день прилета, если рано прилетаете, поздно вылетаете, то вот весь день, получается, вы можете находиться на острове. И очень хорошо отдыхается с детьми. Вот. У нас, смотрите, получается такой архитектура острова среднего по уровню. Но, вот как видите, да, домашние рифы. Здесь вот рифы можно давать 5 баллов от 5-бальной шкалы. Да? Вот. Прекраснейшие. Вот здесь именно для этих туристов, кому очень нужна природа, кому, ну, номер можно попроще, и в то же время хотят, чтобы это было доступно, да, недорогое. Так, получается, вот Клабранали. У нас блочные размещения, получается, на одном блоке 4 номера, 2 на первом этаже, 2 на втором этаже. И здесь есть водные бунгалы, которые, да, обслуживаются престиж-класса. 96 номеров, порядка 45 квадратных метров. И есть 26 водных бунгалы. Вот, стандартный номер. Мы поэтому, чтобы не было заблудницы, да, мы не говорим виллу, это стандартный номер, стандартный дом, да. Размещаем 3 взрослых или 2 взрослых, 2 детей. Летом 2 детей отдыхают бесплатно. Вот, имейте в виду. Это наша водная вилла, один из не так много первых отелей на Мальдивах, которые придумали, да, это прозрачным дном, очень интересно наблюдать вот вечером, да, особенно подсветкой рыбками из вашего вилла. Вот. Здесь есть китайская рефлексология и шавана спа. Ну, спа с процедурой недорогие. У нас один час сеанса спа начинается от 70 долларов. Для Мальдивы это очень доступные и демократические цены. По поводу клубного формата, почему мы их назвали клуб, потому что, если вы видите вот список активностей, которые возможно, вы можете это видеть на доске, да, около ресепшена, около ресторана каждый день. Их очень много. Поэтому для тех туристов, которые хотят активного вот, образа проводить свои отпуски и так далее, да, везде включать, то они могут включать, поэтому их называли клуб Ранали. По поводу guest relations, у нас мы читаемся Russian friendly, у нас очень много, ну, точно есть на ресепшене русскоговорящие guest relations, да, и иногда в ресторанах, да, тоже могут помочь вам на русском языке, поэтому языковой проблемы у нас здесь нету. Работает на стандартный, все включено, имеется один бар, один коктейль, и имейте в виду то, что недавно мы перевели, но пока не думают, как его называть, да, All Inclusive Silver или как-то по-другому, то, что раньше, если мы экскурсии бесплатно не предоставляли, сейчас предоставляем экскурсии бесплатные. И дополнительные, да, вот напитки тоже добавляли.
Вот, один ресторан и один бар, потому что здесь остров небольшой. Вот, и, ну, все-таки говорят, что здесь готовить очень вкусно, очень разнообразно, очень много тематических вечерней, да, вот в зависимости от дня, каждый день какие-то там тематические кухни, людям очень нравится. Вот, есть два бара на острове, да, вот, и это пакеты, которые входят, все включено. Конечно, здесь проще, чем Худром Фуши, да, вот, ну, есть, здесь не надо ничего. Да. Дальше. Вот это романтический ужин, который мы организуем, да, очень много экскурсий, все списки экскурсий вы можете из Google Drive посмотреть. Вот, ну, очень хороший, высококачественный падесертифированный дайв-центр, потому что у нас здесь очень хороший домашний риф, и надо его воспользоваться, да, вот, вот этот риф. Соответственно, спасибо за внимание. Я очень рекомендую запечатлять вот этот телеграм-канал и подписываться, потому что вот там есть и ссылки, и какие-то новости постоянно, стоп-серии постоянно добавляю, да, и так далее. Самое главное, смотрите, само формат обслуживания, да, я сам, вот я базируюсь в Санкт-Петербурге, очень доступно, очень быстро постараюсь реагировать на вот ваше сообщение. Поэтому до подбирания тура, да, если у вас есть какие-то вопросы, потому что в последнее время туристы получают очень много информации, источников у нас много, вот, а если они хотят что-то уточнить и так далее, да, вы, пожалуйста, можете ко мне обращаться, да, очень важно. Это, ну, в какую сторону бронировать номер, как, чем отличается вилли и так далее, потому что я занимаюсь именно только четырьмя отелями, я их знаю как мой, ну, там, как мой пять пальцев, да, скажем так, вот, и вот, ни одной вопросов от туристов мы не можем читать группами, потому что если мы не можем ответить во время, то вот они могут не взять, да, поэтому, пожалуйста, в любое время вы можете обращаться. Все бронируйтесь через туроператора, потому что мы работаем только вот туроператорами, да. Дальше, смотрите, когда туристы приехали отдыха, иногда бывает, да, то, что у них номер не понравился, они хотят что-то поменять, или там, там номеры какие-то, что-то, принадлежности нету, да, там тапочки, халаты, да. Также, может быть, например, кто-то кому-то забили день рождения поздравить, это бывает, да, иногда, мы же люди, да, вот, где-то могут кто-то проскочить, да, поэтому всегда вы можете на меня ориентироваться, можете мне там писать, например, если кому-то день рождения поздравить, я сразу же по WhatsApp-сообщениям доберусь до представителя в ресторане, и в течение там, 15 минут ваши туристы будут это предоставлять, да, это услуги. Почему? Это очень важно, потому что турист на отдыхе, он вместо того, как, например, обращаться в ресепшене, привык к вам писать в WhatsApp. Иногда это будет ночное время, да, и другое. И начинается цепочка. Это агент, это туроператор, туроператор принимающего компании и так далее. Да? Пока обратный ответ, это могут долго быть. И ваши туристы очень часто хотят за 10-15 минут, чтобы вы быстро реагировали. Да? Вот, когда цепочка большая, это сложно. Вот, пожалуйста, имейте меня в виду. Я постараюсь, да, в очень оперативной форме отвечать, минуя с этой цепочкой. Вот. И чтобы вы были уверены, то, что у вас быстрая обратная связь, и ваш турист обратно пришел доволен. Да? Это очень важный момент. Вот. Что у нас еще? Давайте тогда какие-то, если вопросов будет, я смотрю, восстановить связь. Сейчас, подождите. Ну ладно, это, наверное, уже восстановили. Что у нас по чатам? Я посмотрю. Спасибо за огромное. Подскажите, в отеле Квабранале, когда была... Вот смотрите, отель открылся 1996 года, последняя полноценная реновация, все номера реновировались 2016 года, поэтому там достаточно свежо. Перечислите еще 4 отеля, пожалуйста. Перечислите. Ну смотрите, ну 4 у нас Адаран Квабранале, который вы слышали, Адаран Селект Худран Фуши, который сегодня тоже, да, я провел, потому что он входит в этом, ну, там, достаточно бюджетное, да, по цена. Адаран Селект Мидупару, это третий, и Адаран Престиж Вату. Ну, они, соответственно, 4, да. Что у нас еще, какие-то вопросы? На Мальдивах больше бывает... ну, смотрите, как правило, да, знаете, Татьяна, да, в Мальдивах в основном это раньше считалось, ну, романтический отдых, да, очень часто это парный отдых, или это только в последнее время поменялось как семейного.
Поэтому вот, ну, скидку не так скажу, но все-таки 80% номеров на Мальдивах это одной большой кровати. Там твину найти немножко сложно, ну, 20% есть. Если посмотреть именно наших, да, ну, где-то в районе 20% номерного фонда у нас твинами, да, двухраздельными кроватями. Поэтому мы вас обязательно найдем. Если в случае не найдем, мы ставим один дополнительный кровати. У нас дополнительная кровать, это полноценная для взрослого, да, поэтому вот попросите, мы уходим на встречу. Подскажите, какие привилегии для молодоженов в Адаран Селект Худернфуши? Смотрите, если вы предоставляете сертификат, то, что вот у вас в течение 6 месяцев, да, ну, после там свадьбы, если вы там у нас пребывали, что мы даем? Вот в первую очередь один раз украшаем номер, ну там специально, как ханимунерс, да, соответственно, есть тортик, да, соответственно, который они получают вот в ресторане один раз. Это два предоставляется для молодоженов. Дальше что у нас? Какая погода? Смотрите, ну, погода в последнее время вообще непредсказуемая, да? Но зато вы видите, чартер летает, регулярно весь много летает на Мальдивах, и Мальдивы стали круглый и год. Бывает кратковременные дожди, но это как, например, да, именно в Таиланде, в других местах, да, июля-августа. Но через полчаса у вас уже все свеже, нормально, даже получается достаточно свеже после дождей. Поэтому очень много туристов туда едут. И, как вы видите, то, что летом там стоимости, ну, там дешевле, да, больше 50% скидки дается, чем в зимние периоды. Поэтому можно отправлять спокойно ваших туристов, которые раньше всегда только на Турции летали. Все, тогда я ответил, вопросов все здесь отвечал. Вот, ну, надеюсь, возможно, то, что вы все записывали вот этот ссылка на Google Drive, записывались на Telegram-канале, обращайтесь, жалуйтесь, ругайтесь, хвалите. Да, я на вашем WhatsApp постоянно буду очень быстро доступным. Спасибо огромное команду. Но сегодня мы завершаем третий наш, да, вебинар из Сирии, который. Спасибо огромное за организацию команды Finance Sun и команду, которая занимается Мальдивами. Имейте в виду то, что у них прекраснейшие ну, цены, есть гарантированные места в отелях, и они, получается, достаточно, вы можете получить быстрое подтверждение. Да? Спасибо огромное. И удачной, хорошей продажи летней природы в непростых временах. До встречи.